Добрый день, друзья! Приветствую всех в игре Modrunner, с вами Егор. Ну и мы продолжаем прохождение модовой карты под названием Караеды, Карстовая зона от автора Егерь. Осталось у нас 3 лесопилочки, 3 машинки выставлены. Я что-то хотел одну заменить, но да ладно. Там я не заметил, у нас на карте даже есть этот Зикс, или как он, МАЗ 535, неплохой автомобиль. Ну, я думаю, справимся и этим. Так, МАЗом, первый МАЗ у нас. Поедем через гараж, или может сюда. Вот лесопилка. Доставим туда груз. Вот к этой, самая такая опасная, мне кажется, будет лесопилка, это та, что возле гаража. Я вот думаю, какой машиной поехать. Ну, у меня там МАЗ, по-моему, носорог есть. Последний туда и поедет. Ну что, всем приятного просмотра. Погнали. МАЗ прогрели. Поехали потихоньку. Я думаю, нырнем через гараж. А, не. Хотя. А, все, можно. Блин, тут же. Я вспомнил. Здесь, кстати. Здесь такой кратер. Ой, мама, не горюй. Придется. А тут же. Ай, фак. Блин. Папандос. А как же мне на нее проехать-то, а? Ёшкин матрешкин. Тут вроде все ничего. Ну что, поедем через кратер, значит. Тут, я думаю, сможем объехать. Поехали.
Опа, есть контакт. От винта. Ё-моё, блин. Поехал через этот. Да. И ни одного бревна не осталось. Это не есть гуд. Как мне их загрузить? Хрен его знает. Да никак. Никак. Ну что ж, бывает. Не без того. Это надо было подстраховывать прицеп. Я что-то думал, сейчас блокировку включу и все. И все получится. Хрен стакан. Кстати, интересно, а здесь... Так, ребята, я сейчас отключусь, загружусь и вернусь. Я вернулся, друзья, загрузился. Решил я поехать другим путем. Тут недалеко от лесоповала, в принципе. Вот дорога идет. Через мост, мост, мост. И вот так вот. Пропетляем как-нибудь. Ну, блин, здесь тоже трэш, блин, выезд. Ну, вон, впереди. Сейчас будем аккуратно выруливать. Фак.
Тихо. Надо было блокировочка еще. На всякий случай включить. Но. Давай. Так, по-моему, нам направо. Ага. Еду на пониженное, потом как спешить тут нельзя.
Короче, как я не старался, ребята, трэш пол. Ну и нахрен. Ой. Цепляйся уже, на. Этот путь тоже, блин. Маз, видите, он еще и соскальзывает. Надо было сюда, наверное, брать другую машину. Отключаюсь я, переключусь. Через секунду. Попытка, друзья, номер три. Поедем третьим путем. Там тоже есть загвоздка, ну, посмотрим. Так. Ой, блин, бывает, конечно. Я, конечно, за кадром пару слов сказал ласковых, но особо не нервничаю. Благо, карта такая, понимаете, что, ну, здесь недалеко и гараж, два гаража, плюс лесоповал от гаража рядом. Ну, как вы знаете, времени недолго занимает. Ну, перевернулся. Вот прошлая карта, Real Trip, по-моему, или как она называется, дорожное путешествие. То там, конечно, ой, блин. Один гараж и хрен знает где лесоповал, то напряжно было бы, конечно. Ну, пришлось бы возить по одному. Маз высокий, блин. Перевернуться легко. Правильно я еду, ага. Я уже и КамАЗом тут проехался. Посмотрел, здесь у меня рядом КамАЗ стоял. Посмотрел, как можно проехать через этот кратер. Тихо.
Нифига я залез, блин. Блин, да это уже все, третий путь, который, ну, я не знаю. По-другому я туда не заеду. Выхода нет. Не, он есть, он всегда есть. Выход непростой, но есть. Так, ага, все. Подъезжаем к мостику. Чё, с моста не плюхнулся. Тут же руль еще веселый в этих штатных автомобилях. Крутишь, как будто без гидроусилителя. Да, блин. Весело. Ну, ё-моё, а. Да, не боюсь, что опять сейчас упадет прицеп, а все может быть, все к тому и шло. Тихо, не пукать. Я хоть правильно еду? Ну да.
Руль веселый. Не успеваю, блин, повернуть. Не хочу я по колее ехать. Там как-то стрёмно. Это жесткая прям лесопилка, блин, еще две лесопилки. А я с этой не могу справиться. Так, направо, налево. Что тут, кто тут у меня стоит? Направо может поехать. Мешать налево. Ветки, бляха, муха. Да что такое? Чё ты их не ломаешь? Не ломаются. Куда ты? На пятую уже перешел. Давай не балдей, потихонечку. Не спешим. Через эти мостики. Аккуратненько проезжаем. Так, по-моему, мы приехали, да. О, музон. Пам-парам-парам-пам-пам. Мы это сделали. Добрались. Фу. Так, ну 65, 111 поедет. Где-то здесь вот рядом лесопилка. И она, вот она. Вот она, вот она. Тут тоже, конечно, непонятно, что, но... Все, выруливаем на эту дорогу. И сюда полетели.
Конечно, полуприцеп проще возить. 8 очей загрузил, но смотря какая карта, какие дороги. Сейчас выедем с лесоповала. Там вроде дорога неплохая. Вот еще последняя лесопилка, там тоже, конечно, трэш. Перед лесопилкой прямо, блин. Давай, 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 давай. Ветки везде разбросаны. Я же говорю, блин, как встряну сейчас они. Пиздец полный. Что-то он их такими жесткими сделал. Не ломаются нифига. Давай, 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 давай. Ох, ё-моё. Еще подняться на нем. Ну, красавчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Нам же вписаться нужно аккуратно. Твою дивизию, а? Thank you.
Тоже такая, честно говоря, карта. Вначале вроде ничего. А сейчас какой-то прям напряг, блин. Напряжная. Напряжение держит карта. Тихо, 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 тихо. Тут же, блин, у штатных руль веселый. Ах. Как зарулит, как зарулит. Все, красавчик. Так, что у нас там? Ну все. Напрямую. Мостов нету. Мостов нету, а кратеры есть. Нет. Хоть бы тут не увязнуть. Потянули. Ох, и бревна тут торчат. Ё-моё. Вот это не есть гуд. А, не-не-не-не-не-не-не. О! Куда я вообще поехал? Мне направо надо. Мне ж туда и надо, ё-моё. Тогда это гуд. Я думал, если нам туда прямо, то... Ну, блин. Что он сделал с этими ветками? Капец какой-то. Нафига такие жесткие ветки делают? Что же они посредине дороги, блин? Как же мне их объехать? Трэш какой-то. Блять, ну ты посмотри, а. Ну ты ж посредине дороги накидал. Как мне их, блять, объехать? Ну делать нехрен вот это людям. Ну сделай их хотя бы мягче, ну, блять.
Я понимаю, если там кразом каким-то монстром, блядь, проехать. Не вопрос. И то. Ну, каким-то лаптежником по этим местам. Ну вот, сейчас. Так, что тут у нас? Справа тогда объедем. Потому что тут ветки, но там справа не факт, что там. Что там лучше дорога, конечно. Не видно. Так, поехали. О! Сейчас меня снесет просто, да и все. Как-то так хотя бы. Хотя бы так. Хотя бы так. Ё-моё, сколько веток. Где эта лесопилка? Вон она. Не пожалел, блин. Хоть бы тут не облажаться перед финишем. А, не, ну вроде проехать можно. Давай, 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 Камазюра, давай! Да что такое? Вздыхает. Так, еще одна лесопилка. И у нас тягач. Да. 74-29. Так, 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 так. Вот она, где она? Вот она, вот она, вот она. Ой, веселуха. Сюда, что ли, поехать? Хрен знает где.
Опять где там, где Мас ехал. Той же дорогой. Ну, поехали, я понял, как нам ехать, выезжать. Заправки хватило. Ну, благо, я прицеп ему штатный кинул. Вроде как на 4 очка. У него 4 очка в кузове и прицепе. 8 очей. Я не брал модовый прицеп. Может, этот как-то... Ну, посмотрим. О, и это ж там можно встрять, блин. Надеюсь, проедем этим монстром. Вот это валит. Красавчик. Прицеп, смотрите, что, что с прицепом творится. Но удержал, блин, ё-моё, красавчик. Я думал, хана, тот, блин, модовый бы перевернулся. А этот как какой-то, я же говорю, устойчивый. Ну просто что 4 очка, были бы еще там на 5, на, ну, на 6, нафиг не надо, на 5, допустим, было. Штатный бы, ну, был бы прикол. Было бы все красиво. Так, тут давайте мы на гнать не будем. Тут мы потихонечку.
Проедем, не проедем. Бля, у меня аж уши закладывает. Я в наушниках. Ревет мотор, блин. Монстр.
Тут, ребята, нужно аккуратно. Тут яма на яме. Особенно вот так. Мне как-то туда надо перебраться. Я не вижу тут дна, блин. Так что я буду аккуратно. Везде посматривать. Так, а у него блокировка есть? Ни хрена нету.
Ух, трэш. Прорвались. Фу, красавчик, не зря я взял Мазу сюда. Ну, именно этого тягача. На тех других машинах они не вывезли. Ну, там еще есть Мазк 535, я думаю, ребята, кто будет проходить эту карту, то именно на эту лесопилку смотрите уже сами. Брать каких-то тягачей реально. Все, автору спасибо за карту, были моменты, конечно. Особенно с ветками. Ну а так, в принципе, все понравилось. Особо и не нервничал. Да, и переворачивался. Особенно в этой серии. Ну, всяко бывает. А вам, друзья, спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии. Подписываемся на канал, друзья. Увидимся в следующей модовой карте. Всем мира, добра, здоровья и до встречи.